Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Как всегда, мы держим вас в курсе всех ключевых событий, которые происходят в жизни нашей организации. Сегодня мы с вами, наверное, в последний в этом году раз посетим строительную площадку экотехнопарка Skyway и воочию убедимся в том, что даже приближение праздников не служит препятствием на пути продвижения нашего проекта. Менее чем через год экотехнопарк будет представлять собой центр транспортных и экологических инноваций небесных дорог. И на его территории будут пролегать транспортные системы Skyway городская, высокоскоростная и грузовая. Пока же строители подрядных организаций и, само собой разумеется, инженеры и конструкторы закрытого акционерного общества «Струнные технологии» делают все от них зависящее для обеспечения своевременного и качественного выполнения всех работ, которые необходимы для того, чтобы ввести экотехнопарк в эксплуатацию в намеченный срок. Только побывав в поле на месте строительства, можно убедиться в том, что все работы проводятся согласно намеченным планам. Сегодня на территории экотехнопарка Skyway происходила установка опалубки и армирование плиты перекрытий первого этажа транспортно-логистического узла многофункционального комплекса Skyway, в котором анкерная опора совмещена с двумя пассажирскими станциями городской и высокоскоростной, диспетчерским центром, энергоузлом, музеем и так далее, о чем мы уже неоднократно рассказывали в предыдущих выпусках новостей. Вслед за установкой опалубки и армированием плиты перекрытия первого уровня транспортно-логистического узла Skyway в этот же день производилось и ее бетонирование. Сразу же после набора бетоном необходимой прочности будут начаты работы по армированию и установке опалубки пилонов и диафрагм жесткости второго уровня. Ну вот вы видите, что несмотря на морозы, наша организация в поте лица своего продолжает работать. Но ведь для вас праздников никто не отменял. Мы поздравляем вас с приближающимся Рождеством и Новым годом. И если вы еще не приняли решение, что подарить своим родным и близким, то предлагаем вам прекрасное предложение, подарочный купон от Skyway. Своего рода электронный сертификат, дающий право получателю на скидку при оформлении инвестиции. А вам же в случае, если получатель платежа решит воспользоваться подарком, то есть станет инвестором, мы в свою очередь сделаем подарок, предложим скидку при оформлении пакета с рассрочкой. Торопитесь, праздники-то скоро уходят. Акция действует до конца января 2016 года, но тихо. Это же должен быть сюрприз. Все подробности в вашем личном кабинете. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv-defisystems.com. Присоединяйтесь к нашему проекту. Стройте и празднуйте с нами, как мы, лучше нас. Строй Skyway, спасай планету. И в этом, и в следующем году.